Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для туники. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 14 петель. Для примера мы наберем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема. Они нам заменят столбик в начале схемы. Отступаем одну петлю назад. В общей сложности мы пропустили 4 воздушные петли. И в пятую петлю вяжем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом и с одной вершиной. Один столбик не довязали, в эту же точку второй столбик не довязали и третий столбик. Мы с вами связали, не довязали 3 столбика с накидом. Теперь мы провязываем все одной петлей, и у нас есть пышный столбик. Один. Заходим в следующую петлю и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю внизу. Заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Пропускаем столбик внизу. Одну петлю внизу. Заходим в следующую петлю и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю внизу. Заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1. И чередуем воздушная. 1 петля внизу. Столбик с накидом. 1 воздушная. Пропускаем одну петлю. Столбик с накидом. Одна воздушная, пропускаем одну петлю внизу, заходим в следующую, провязываем столбик с накидом. По схеме у нас должно быть таких 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в следующую петлю и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с одной вершиной. 3 столбиков с накидом. На крючке 4 петли. Провязали все одной петлей. У нас получился пышный столбик. В конце ряда, в последнюю петлю, следующую, мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда. 3 воздушные петли подъема, которые заменят нам столбик с накидом. Переворачиваем работу. 1 воздушная петля по рисунку. В общей сложности мы набрали 4 воздушные петли. Пропускаем пышный столбик в предыдущем ряду. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда. И вывязываем столбик с накидом. 1. Теперь в предыдущем ряду у нас были поочередно столбик с накидом и воздушная петля. Нам надо ряд провязать столбиками с накидом. Первый столбик мы связали. Заходим в арку между двумя столбиками и провязываем столбик с накидом. 1. Следующий столбик мы провязываем столбик предыдущего ряда. 1. Теперь заходим между столбиками и провязываем столбик с накидом. В столбик. Провязываем столбик с накидом между столбиками в арочку. Провязываем столбик с накидом в столбик. В арочку. В столбик. В арочку. В столбик. В арочку. И последний
столбик. Мы провязываем столбик предыдущего ряда. И у нас начинается образовываться квадрат. Одна воздушная петля. И в конце ряда, в третью петлю подъема, мы провязываем столбик с накидом. Один. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И провязываем 3 петли подъема и 1 петля по рисунку. Мы в конце, в начале ряда набрали 4 воздушные петли. 3 воздушные петли нам заменяют столбик, а 1 петля это у нас вот эта, которая между столбиками. И провязываем весь этот ряд столбиками с накидом. Столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так до конца ряда. 7, 8, 9, 10, 11, 12. У меня получилось 13. Провязали. В конце ряда мы делаем 1 воздушную петлю. И в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали третий ряд. 4, 5 и 6 ряд мы вяжем точно так же, как третий. Я связала 4, 5, 6 ряд одним и тем же узором. Начало 7 ряда у нас 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Заходим в воздушную петлю. Первую вот у нас здесь, которая сразу была в конце предыдущего ряда. Из нее вывязываем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. Можно это делать и из подарочки, а можно делать прям в петлю. На крючке 4 петли провязали все одной петлей. У нас получился еще один пышный столбик. Далее мы заходим в столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Пропускаем 1 столбик внизу, заходим в следующий и вывязываем столбик с накидом. 1.
1 воздушная, пропускаем 1 столбик, заходим в следующий и провязываем столбик с накидом 1. 1 воздушная, пропускаем 1 столбик с накидом, заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем столбик, заходим в следующий и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем 1 столбик, заходим в следующий и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем 1 столбик, заходим в следующий и вывязываем столбик с накидом 1. В конце ряда мы заходим либо под арочку, либо в петлю подъема и вывязываем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. 2, 3. На крючке 4 петли, провязали всю одной петлю. У нас получился пышный столбик. В конце ряда в 3-ю петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Всегда провязываем в 3-ю петлю подъема в конце ряда, и у нас получается ровный край. Мы с вами связали 7-й ряд. 7-й ряд такой же, как и первый. Значит, следующий ряд у нас 2-й. Мы вяжем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик, и воздушную петлю по рисунку. Пропускаем пышный столбик, заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с накидом. Далее в арочку вывязываем столбик с накидом, заходим в столбик предыдущего ряда, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик. В конце ряда у нас, где был пышный столбик, вот он, над ним мы провязываем 1 воздушную, в 3-ю петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. И далее вверх мы провязываем 4 ряда точно таких же. Набираем 3 воздушные петли подъема, 1 петля воздушная по рисунку, всего 4 воздушные петли. И провязываем. Такой простой узор. Ничего сложного. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модельки, которую можно связать этим узором, я оставлю ссылку под видео. А всем пока-пока!